Здравствуйте, друзья! Today we continue to learn pronouns. Кто? Я, ты, он, оно, она, мы, вы, они. Чей? Мой дом, твой друг, его стул, ее брат, наш класс, ваш телефон, их стол. Чья? Моя мама, твоя книга, его сестра, ее сумка, наша семья, ваша чашка, их машина. Чье? Мое окно, твое слово, его бюро, ее письмо, наше метро, ваше вино, их кафе. Чьи? Мои друзья, твои дети, его коллеги, ее родители, наши люди, ваши часы, их деньги. Чей это журнал? Это мой журнал. Это твой журнал. Это его журнал. Это ее журнал. Это наш журнал. Это ваш журнал. Это их журнал. Чья это книга? Это моя книга. Это твоя книга. Это его книга. Это ее книга. Это наша книга. Это ваша книга. Это их книга. Чье это письмо? Это мое письмо. Это твое письмо. Это его письмо. Это ее письмо. Это наше письмо. Это ваше письмо. Это их письмо. Чьи это учебники? Это мои учебники. Это твои учебники. Это его учебники. Это ее учебники. Это наши учебники. Это ваши учебники. Это их учебники. Это моя семья. Это мой брат. А это моя сестра. Это его стол. Это его учебник. Его книга. Его тетрадь. Это ее юбка. Это ее платье. Это наш дом. Это наша квартира. Это наше окно. Это наши книги. And now put the missing pronouns.
Answers. Мой, моя, мое, мои. Меня зовут Катя. Екатерина – это мое полное имя. Моя фамилия Иванова. Мое отчество Николаевна. Екатерина Николаевна Иванова. А это моя семья. Мой муж, мой сын, мой брат, моя сестра, моя мама, мой папа, мои бабушка и дедушка. Это моя квартира и мой кот. Твой, твоя, твое, твои. Ты секретарь. Это твой стол. Это твое письмо. Твой телефон. Твои письма. Твой компьютер. Твоя лампа. Твои документы. Ваш, ваша, ваше, ваши. Вы – директор. Это ваш сейф. Ваши часы. Ваша машина. Ваши телефоны. На сегодня все. Спасибо, что смотрите. Всем отличного настроения и хорошего дня!